такой жаре, только голавль активный. Начинаю с такой вертушки. Маленькая, но 5 грамм. Летит хорошо. Вот такая вот. Подсяк забыл дома. Но не страшно. Можно в воду заходить и рыбу брать так аккуратно. Не подсекается. Блин. Да, в течение. Есть, что-то поймал. Вот. Что это у нас? Попало. Попало. Такая маленькая рыбка. Хищник. Думает, какой-то насекомый. Подаю. Идет. Есть что-то. Ха, дерево. Ему поклевка. Интересно. Вон он, стрекозки летают. Сейчас самое то. Подавать такие вертушки. Лишь бы не набрать сапоги.
попробую с моста. Такой мостик. С него хорошо, удобно откидывать. Моя новая новинка. Диповый мадалон. Ein kleines, aber trotzdem, kleines Hecht, 40 cm vielleicht. Ja, kleines Hecht. Zweiter Wurf. Hast du Zange? Nee. Ich hab in der Tasche muss, weil das geht nicht mit Hand. Guck mal wie. Hm, krass, ne? Hier noch ein. Mein neuer Wobbler. Da hol ich. Selber gefangen. So. Ach, süß, ne? Ja. Ich schätze mal 35 cm. So, weg ist der. Die sind robust, die Hechte, die überleben. Ja. Da bin ich dran. Jetzt ящу все эту штуку. Угря. Две штуки у меня. Светится. Вставляем колокольчик. Потом, когда темно, видно, как он светится. Черви, как шевелится. Так, первую удочку закидывай. Забросил. Теперь будем ждать, стемнело. Фонарик выключу свой. Вот так вот мы поставили удочки. Тишина, темно. Светится. Послушайте, какая тишина. Природа.
ждать угля. Так вот мы в Германии рыбачим на угли. А? Я. Петри. Мега.